24 декабря в истории техники истории 1 24 декабря 1906 года Реджинальд Фессенден провел первую радиопередачу, в которую вошло чтение стихов, соло на скрипке и монолог. История 2 24 декабря 1930 года в Турине родился Пьер Джорджио Пиротто, итальянский инженер и изобретатель. Работая в компании Olivetti, руководил командой дизайнеров-разработчиков программы 101, одного из первых в мире программируемых калькуляторов. История 3 24 декабря 1946 года в Шанхае родился Эндрю Я, выдающийся ученый в области вычислительной техники и теоретик информатики. В 2000 году получил премию Тьюринга за фундаментальный вклад в вычислительную теорию, в том числе теорию генерации псевдослучайных чисел, исследования в области криптографии и сложных связей. История 4 24 декабря 1877 года Томас Эдисон зарегистрировал патент на фонограф. История 5 24 декабря 1922 года BBC впервые в Британии транслировала пьесу «Правда о Деде Морозе». Еще больше интересного в нашем блоге. До новых встреч!